Привет, в прошлой части мы натянули текстуры. Сегодня я покажу, как создавать столкновение для своей модели, сам collision. Мы соединим это все в один элемент и экспортируем туда, чтобы в свою папку, чтобы вы смогли просмотреть это в OpenIV. Модель и collision. С чего мы начнем? Мы выбираем сначала стены свои и соединяем их со всеми остальными элементами нашего интерьера. Нажимаем. Переходим в Editable Mesh, Attach и нажимаем на другой элемент. Обязательно нажмите Match Material to Material ID с второй пункт. То же самое делаем с потолком. Теперь переходите вот сюда, иерархия, потом Effect Pivot Only, Center to Object и правой кнопкой мыши кликаете на координатах вот здесь. Он у вас центрируется по миру, теперь он в центре мира. И он обязательно должен тут быть, вы поймете почему сейчас. Теперь это у нас модель. Что нужно сделать, чтобы игра ее поняла? Переходите в GIMS, открывайте Create Object, Models, Game Mesh Modifier. Здесь оставляйте все такие же настройки. Это для того, чтобы мы смогли экспортировать, проще говоря. Потом нажимайте на Model и кликайте просто в мир. И он у вас спавнит модель, GIMS Model, в центр мира. Теперь вы понимаете, зачем мы это центрировали. Здесь вы ставите 500. 500, 500. Этого навсегда вам хватит. Всегда так делайте. И теперь наша модель, наш интерьер. Наш интерьер. Вы отсюда перемещаете в eGIMS Model, чтобы они стали частью одного целого. Вот у вас модификатор, который мы добавили. Мы заспавнили это в центр мира, если помните. И в интерьер. Это наш сам интерьер, визуальная часть. Теперь как сделать collision? Вы выбираете интерьер, нажимаете Ctrl-V, делаете копии. Обязательно копия, не instance. Окей. Именуйте его interior call, как бы collision. Теперь вот этот модификатор game mesh, который для модели, для визуальной части, мы его убираем. Теперь вот этот interior call мы его вытаскиваем, потому что это не модель, тут он нам не нужен. Переходим опять в GIMS, нажимаем create object, collisions, mesh modifier. То есть мы опять скопировали, но теперь мы нашему интерьеру придаем другой модификатор, чтобы игра его прочитала не как визуальную часть, а как столкновение. Мы нажимаем. Вот здесь вот BVH должно быть выбрано в Mesh. И вы тыкаете 0,2. И у вас должно быть 0,002. Если у вас другая система, допустим, метрическая, то вы должны поставить GTA-шную систему. Нажимаете Customize, Units Setup, Generic Units International. Эту систему использует GTA. Вы должны обязательно поставить 0,002. Здесь вы ставите Map Animal, чтобы у вас интерьер, его стены, ваш collision взаимодействовал с животными. Map Cover, и если вы нажмете Q, вы сможете спрятаться, вот эта анимация спрятания. Нажимаете Map Dynamic, и вы можете, проще говоря, чтобы не проваливались через пол. Map Vehicle, чтобы ваш интерьер взаимодействовал с автомобилями. Map Weapon, чтобы оставлялись пули. От оружия. Флаги здесь поставлены. Они делают то же самое, что и обычные флаги, то есть взаимодействие с игроком. Теперь здесь, где мы ставили модификатор, мы кликаем Composite и кликаем опять любую точку мира. И он у вас опять центрируется в мире. И опять понятно, зачем мы центрировали интерьер в мире. Наш collision мы перетягиваем в то, что только что заспавнили. All Composite. Переименовываем во что хотим. Допустим, вот так. Модель тоже переименовываем. И теперь, вот вы, кстати, обязательно должны читать Use Children Flags. Children — это вот оно и есть. Он читает флаги отсюда.
Потому что они соединены связью, и это как бы child, ну вы поняли. Теперь я понимаю, это все сложно. Ну, в первый раз сложно, поэтому еще раз пройдемся. У вас есть модель. Если я ее спрячу, ничего не изменится. Потому что я нажимаю вот именно вот сюда. Здесь вы ставите такие настройки для лода. Сюда вы помещаете визуальную часть, которая имеет модификатор GameMesh. Обратите внимание, визуальная часть GameMesh, Collision Mesh. Тут оставляйте те же настройки. Если я спрячу вот это, ничего не изменится. Если я спрячу вот это, исчезнет визуальная часть вообще. Нажмем на Tutorial Call. И у нас остался наш Collision в этом же мире. Помните, мы его скопировали? Вот он, это он. Хотя мы как бы спрятали визуальную часть. Тут у вас должен быть Use Children Flags. Вы его прячете, ничего не меняется. Это просто точка. То же самое, что и вот это. Просто точка здесь. 3D Max. Тут у вас должен быть Mesh Modifier, вот эти флаги, 0002, если я его уже спрячу, ничего не останется. Понятно. Все. Обязательно у вас должен быть Editable Mesh, как тут, как в коллижене вашем, так и в визуальной части, чтобы мы смогли экспортировать, иначе это будет неверная иерархия. Теперь, когда все готово, вот так, вы нажимаете на GIMS, Export, и экспортируйте, куда вам нужно. Проверяем. Здесь галочки, они стоят, что вы хотите экспортировать, а чего мы проигнорируем. Экспорт чего? Вот это мне не нужно экспортировать. Здесь нажимаем на плюсик, чтобы проверить иерархию. В модели у меня всегда GameMesh, в композите у меня всегда Mesh, ну значит все правильно. Continue. Довольно быстро, потому что у нас небольшой объект. И вот тут у нас ODR, OBN. Вот сюда он кидает, открывает вам папку. Это со всеми вложенными текстурами, потому что мы их вложили, напоминаю, в прошлой части. У вас ODR и OBN, потому что они... O значит Open Formats. Вы переводите сюда, они становятся YDR и YBN. Открываете Collision, и вы видите его столкновение вашего интерьера с игроком. Тут написано Composite, как и должно быть. Здесь визуальная часть вашего интерьера, можете ее посмотреть. Тут все вложенные текстуры. И теперь у нас существует два файла, которые мы поместим в игру. В следующем видео я покажу, как работать с файлами, чтобы они прочитали вот эти два файла, вашу модель и collision, и заспавнили по определенным координатам, где вы хотите их видеть. Это будет именно в отдельной части, это важно. Работа с файлами. Я создал Discord-канал, чтобы помогать людям, которым что-то осталось непонятно из моих видео. Такие должны быть. Я не могу рассказать все или объяснить все хорошо. Оставлю ссылку на приглашение в описании. Переходите, обязательно спрашивайте. Встретимся в следующем выпуске. Спасибо, что посмотрели.